руины Беоры и добрая помощница Лея. Во время проведения ивента в честь обновления с руинами Беоры появляется NPC «Добрая помощница Лея». У NPC «Добрая помощница Лея» можно получить особый положительный эффект – «Золотое благословение Леи». Весь урон плюс 1, снижение урона плюс 1, сопротивление всем стихиям – вода, огонь, воздух, земля, тьма, святость плюс 1. Битва за руины Беоры. До 18 мая 2022 года. При уничтожении монстров в мирных серверных подземельях и руинах Беора с определенной вероятностью выпадают предметы «Запечатанная сфера». Запечатанная сфера – руины Беора, кроме полей подземелий. Запечатанная сфера можно обменять на различные предметы у NPC Соири в каждом городе. Вот вы видите таблицу обмена запечатанной сферы. Можно получить только в мирных серверных подземельях и руинах Беоры. Запечатанные сферы ивент будут удалены 25 мая 2022 года. К пространственному разлому. К ежедневным бонусам добавлен ивент «За посещаемость. Пространственный разлом». В качестве ивентового ежедневного бонуса можно получить сундук припасов руин и осколок разлома. Награды ивента. Ежедневный бонус. Из сундука припасов руины можно получить 3 вида предметов с положительными эффектами. Эссенция руин, мясо из руин. Заметим, что мясо из руин не суммируется с эффектами. Также энергия руин. Дополнительный бонус по дням, ежедневно. Осколок разлома 1 штука. Получаемые предметы. Свиток сопротивления стихиям, заряд души, свиток битвы, эссенция руин, мясо из руин, энергия руин. Подарки Беоры. В течение ограниченного времени на выходных во время проведения ивента в 12 часов всем будет отправляться подарок Беоры. Награды будут находиться в почте только в течение 3 часов, поэтому обязательно заберите их из почты вовремя. Часы руин Беоры. Запечатанная сфера. Мешочек с сияющими антикварными вещами. Вот как всегда график с ивентами. До 18 числа. С вами был Роза, всем до новых встреч.